К другим новостям. Двух капитанов полиции подозревают в изнасиловании 14-летней девочки в Алматинской области. Глава МВД сообщил, что они уволены и арестованы. Подробности преступления Ержан Саденов не раскрыл, ссылаясь на тайну следствия. Сейчас в рядах полиции Алматинской области, по его словам, проводят проверку. К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники на сегодняшний день совершили данное преступление. Сразу же проведена была дисциплинарная комиссия. Данные люди уволены по отрицательным мотивам. Они также в рамках уголовного дела взяты под арест.